Сиалис, Тадалафил, Виагра. Побочные реакции, методы их устранения и интересные эффекты в бодибилдинге. Самый распространенный побочный эффект от этих препаратов – это головная боль и мышечная боль. Если вы используете эти препараты по прямому назначению, достаточно принять немножко алкоголя, и побочные эффекты нейтрализуются. Но учтите, эффективность препарата значительно снизится. Интересный факт. Около 10 лет тому назад известного бодибилдера задержали в аэропорту с полным чемоданом Виагры. В то время для этого препарата были ограничения при перевозке через таможню. Выяснилось, что бодибилдер его использовал для пампа, для видимого увеличения объемов своего тела. Данные препараты действительно воздействуют на гладкие мышцы, расслабляя их и удерживая воду в тканях. Но для этого лучше подойдет тадалафил. Но помните, излишняя вода в вашей мышечной ткани будет вызывать боли. Повышайте уровень азота ультрафиолетом или по 3 чимаретти.